перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Я не верю, что я это делаю. Йоу, what's up? Первый раз на сцену, когда выходишь. Когда похоже. Я буду дать... Говори о происходящих фактов каких-то. То есть я не батл МС, для меня это, конечно, было тяжеловато. А выбор именно происходящего, то, что когда-то... Бля, нихуя себе, целый час идет. То есть я... То есть выбор делать дичь прям совсем лютую, прям грязь-грязь. Либо делать грязь, но не прям совсем. Я решил делать грязь, но прям совсем. Там совсем прям грязь, это прям... Это чересчур было бы. Хотя это, мне кажется, будет жесть какая-то. Бля, сложно, короче. Скажи, как твоя жизнь после батла изменится? Никак вообще. Не, ну в случае победы, поражения, у тебя есть какой-то план? Я буду дальше продолжать свой сольный альбом. Будет концерт в Одессе. Есть в Highlights прикрепленные посты, ссылками на билеты. Батл — это... Приходи и покупай билет на концерт. Одна из ступеней для меня, которая просто я решил, что why not, надо попробовать. Как бояться и сцена, какая огромная. А, кминый, блять, когда уже ебаный бас? Ебой! Диссо, которое сегодня будет, оно будет оценивать именно так, как мы преподносим. Сандра, ба! Немножко пикантности внести. Почему все-таки распался Сандра? Дарина, Биль, привет. Это лучше Леша спросить, он вам расскажет. Спасибо, желаем удачи. Спасибо. И, конечно же, это не все. Юла, партнер сегодняшнего ба... Блять. Ах, бля. Батл батлом, но, может быть, есть какие-то темы в раундах. Я ставлю на Гуфа, Гуф лучше. В раундах Птахи, которые я не хотел бы поднимать. Ну, вещи, которые он скажет, которые ты не хотел бы слушать. Попозже, ой, там про меня может много, да, говна сегодня говорить. И он так и сделает. Но есть, да, такие штуки, есть, которые, конечно, ты не хотел бы выносить. Не, он может что-то придумывать, да, но может какие-то мои там зашквары вспомнить десятилетней давности, которые... где-то не были озвучены еще. UK gang. Как проходит твоя реабилитация? Реабилитация от чего? От Москвы, не знаю. Нет, ну понятно от чего, камон. В смысле? Ну, у тебя был некий недуг, который бывает у многих. А, в смысле, торчу, не торчу я? Да, я не торчу. Уже давно я бросил курить травку этого батла, честно говоря. Уже месяца полтора не курю. Потому что начал писать эти раунды и покурив, понимал, что, блядь, я что-то вот не вывезу, наверное, поэтому отставил пока это в сторону. Думаю, что если все пойдет нормально, то я накурю сегодня. Ну, это ладно. Ну, слушай, ты нас радуешь на самом деле, что наркотики — это... Что приехал, вообще всегда рады. Ну, это тоже неплохо. Главное, что нахуй наркотики. Бля. Ну, ты потратишь гонорар с этого батла? Потратил уже. Куда? Купил машину себе. У тебя же нет прав. Ну, я купил себе машину. Бля, что он насыпает, Джо? Все-таки не Бэха, ты передумал. Это побольше. У меня же еще футболочка БК Леон. А, тоже верно. Делайте ставки. Были у тебя какие-то сложности при написании текста именно против бывшего коллеги? Да, я, блин, пытался как-то обходить острые углы, и не хочется опускаться до его уровня. Думаю, что знаешь, что сегодня на меня выльется много говна, и... но зато я как бы очищусь и с чистой совестью уйду, наверное, сегодня. Но у меня супер какой-то грязи сегодня не будет, я сразу скажу. Но я постарался сделать это весело в своем стиле. Посмотрим. Главное — своей рукой. Главное — своей рукой — это, бля, буду. Ну, это понятно. Я просто для тех, кто не в курсе, я когда предложил Гуфу, что нужно бы взять гострайтеров, он сказал: ты охуел, что ли, блядь? Я-то и не напишу, это вот прям, ну, реально. На самом деле, я охуел вообще за это время, пока писал, охуел от напряжения. Я очень рад, что настала наконец эта дата, что завтра уже все это будет позади при любом раскладе. И как бы очень рад, что сегодня наступило.
Кто, на твой взгляд, является лучшим батл МС на текущий момент? Лил Морти. Я понимаю, что не следишь, но более... Конечно же, Лил Морти. Лучший рэпер за последние тысячи лет. Честно говоря, мне нравится, как СТ батлит. Но именно у него это больше похоже на поэзию, и как-то он все так с толком, с расстановкой. Естественно, Оксимирон, как бы, да, наверное, отец, там, король этого всего. Гнойный мне вообще не нравится. Больше так особо. Мне нравится сын проститутки, как батлет. Чё, бля, и кто такой нахуй сын проститутки, бля? Чё за хуйня? Сука. Ну, нравился когда-то. Но твой визави сегодня сказал, что наоборот ему нравится Гнойный, поэтому тем больше различий. Последний финальный вопрос. Класс, ещё интереснее. Почему распалась группа «Центр»? Я в душе не ебу. Да, всё, ты должен рассказать. Хуясь, бля. Окей. Ну, желаем тебе удачи сегодня. Спасибо. Как вы, вероятно, знаете, да, это... Да, братишка, я тебя понял. Угу. Всем привет, это Versus Battle, нахуй. Гуф и Сиптаха, легендарная хуйня. Пиздец. Я просто, блядь, рос, нахуй, на их музыке, я решил. Салют, с вами Ресторатор, это Versus Battle, пошумим, блядь! Судьи, негатив. Сегодня без негатива обойдется. О, ну, негатив, нет. Это триада. Тина негатив рядом. Бля, рос на этом дерьме. Если в этой триаде, в этом треугольнике нужен кто-то классный, веселый и добрый, то из нас троих это будет, пожалуй, Володя. Афанасьев, негатив дайте. Ура! Если ты старый фанат рэпа, то тебе должен нравиться Баста. Но если ты старый, то это просто диджей 108. Паша Пачкай, ищи его альбом. Заебись. Йоу, дай здесь снова. Что сам скажешь про альбом? Скажу, что ждал 13 лет этого выхода и наконец-то дождался. Послезавтра выходит альбом «Да, 108, питерский олдскул». И какой-то пацан, который имеет... Который имеет несколько псевдонимов. Это Птаха... Лил Морти, Дёрти Морти, Морти Морт, АК Скейт Лорд. На курорте Дёрти Морти. Это я, да. И другой пацан. Баста, Вася Вакуленко. Он же ни слова про меня, я, сука, в соцсетях. Баста, дайте шума. Да, мои маленькие кошки, именно так. Ну, знаете, разное случалось в этом баре. Сегодня случится последнее. Крайний. Устроим тройничок, да. МС Слева, представься. Я Птаха, я представляю эту школу Московской. Первым в связь вошел мегафон, как всегда. МС Справа, представься. МС Ортодокс. По итогам жеребьевки начинает МС Слева. Птаха, первый раунд, пошумим, блядь! Итак. Все, можно начинать, да? Let's go. Привет, Алёша. Ну, как дела? Я смотрю, тебя все так же разводят друзья. Говорят, не меняются, люди меняют их путь, что они проходят по жизни. Хотя я помню, тебя и в районе разводили, как жижу. На деньги, на став. Ты разводил телок на бабки под фишку. Поясню всем, кто тут есть. Как говорит Лопала, фишка это... Язык, блядь. Фишка это не шишка. Но об этом потом поподробнее. Леша, тебе этот батл в самый раз. Покойнику ведь нужно надгробие. Мне стыдно рассказывать все, в чем ты с годами спалился. Начнем с того, как этот, блядь, гангстер звонит часто в полицию. Покойник, блядь, пишет заявы. Да-да, он герой на Ютубе, но в жизни Далматов, сучно. Ты для меня неплохой, мой старый друг. Ты просто не дружишь с мозгами. Алёше надо лечиться. Алёша Далматов, больной.
Ну, сейчас, одну секунду, блядь. Это просто вот две руки мои, и это, блядь, дабл, сука, фейспалм, нахуй. Просто, блядь, им же, сука, по 30 лет, блядь. По 30 ёбаных лет, они просто батлятся, сука, на ёбаном, блядь, версус батле, нахуй, сука. Ты скажешь, я увлекаюсь травой, скажешь, я таб лежал и бухал. Я дохуя чё делал, но тёлок друзей не ебал. Хуя себе, блядь, это панчлайны несутся, блядь, просто в ахуе, пиздец. Кондрат тут, твой братишка, братуля. Он в курсе, как ты разложил его невесту на пляже Катюлю? Что, блядь, что? Чего хуарик гинчит, нахуй? Что? А невесту Катюлю? Ты поганец, блядь. Ты для меня залежавшийся рот. Бля, такие панчлайны. Тебя пора скинуть в помойку, блохастая псина. Я взял свой курок. Мы вспомним... Ты помнишь, что я по имени Гуфи? У него... Фу, нахуй, под чем он, пиздец? Просто нахуй жить. У него была хозяйка Таня. У нее была такая пиздатая жопа и такие большие рабочие губы. Мне нравится Лёша, но птаха мне нравится больше. Как только Лёша на кухне, все его тёлки напевали мне в уши. Скажи, Алёша, ну как же так? Как парень хороший, оказался мудак. Ты мастер начёсывать нам о реальных делах, блядь. Мои хоми. Ты белый, блядь. Братишка, что за хуйня у вас тут? Ты уже в полном ахуе, да? Молчай! Что за хуйня у вас тут? Ты ничёрный парень, ты трой, ты Лёша Картавый, садись, очкарик, пятёрка. Губ, блядь, и птаха, нахуй, батлится. У тебя нет никого. Губ, нахуй, и птаха, блядь. Прямо. Ты Лёша Картавый, садись, очкарик, пятёрка. Ты один. У тебя нет никого. Ты предал друзей. Окружил себя кучей врагов. Песик потерял нюх на старте. Бля, ну еще раз. Окружил себя кучей врагов. Песик потерял нюх на друзей. Окружил себя кучей врагов. Песик потерял нюх на старости лет. Чего, бля? Песик снял себе пару пеньков. Ты сменил много туз, но нигде не остался своим. Может, дело не в тусах? Может, Долматов прогнил? Этот картовый МС не может бесить. Но время прошло, этот мудила за моей спиной интриги начал крутить. При этом живый ублюдок в лицо улыбался, называл меня другом. И все это ему не мешало потом с нами на целый пить, чертить и курить. Но он должен жить. Он должен жить. И должен жить долго. Это чепушило нам служит хорошим уроком. Как за хайп и за кэш можно раздвинуть булки по случаю. Это был охуенный альбом «Город дорог». Но никто, блядь, поколений не слушает. Раунд. Если справа гул, первый раунд пошумим, блядь! Гул, это же всего лишь ебаный версус. Чё, блядь? Не стоит относиться серьезно. И с этим пингвином, из-за которого я здесь, я знаком еще хуй знает с какого возраста. Но чтобы у вас потом не было лишних вопросов, я приоткрою вам еще одну свою тайну. С самого детства я болею логоневрозом, а это самая сложная форма заикания. Я скажу вам, это нихуя не просто всю жизнь пытаться скрыть свое заболевание. Но с помощью рэпа я научился с ним бороться, и большинство из вас об этом даже не подозревали. А вот птичка знала, да, о том, что у меня есть ахиллесовая пята. Да, как обычно, давай. Птичка никогда и не забывала о том, что Лёша у доски-то и не выступал никогда.
Я хочу вам сказать, она права. Для меня нет нихуя страшнее, чем воспроизводить конкретные слова, стоя при толпе людей, при том в полной тишине. А сейчас, вы только посмотрите, происходит приблизительно одно и то же. Собралось тут немерено зрителей, и все внимательно слушают, как им стихи вслух читает Алёша. Что ж, браво, ёпта, охуительно. Это мне как нож в спину и план в натуге хороший. И если ты правда придумал сам Давидик, то остается только ему похлопать в ладоши. И если я буду троить, а я буду троить, вы сильно не ругайте засранца. К этому событию я готовился исключительно из соображений, как бы поменьше заикаться. И если вдруг мне станет тут хуёво, как Кермаку, я в обморок упаду, а я это могу. Вы тоже сильно на меня не ругайтесь. Это всего лишь старый добрый гуф. И вы бы знали, сколько нервов мне все это стоило. И вы бы только знали, сколько нервов мне все это стоило. И вы бы только знали. Бля, жестко. И это не просто батл. Да, это батл, но в первую очередь самим собой. Это не просто батл. Да, это первое. И это не просто батл. Да, это первое. И это не просто батл. Да, это батл, но в первую очередь самим собой. Зато наш веселый арбузник был уверен, что я откажусь, клянусь Богом. Он думал, что я сверхсуса сольюсь и простебу его, как сделал это Баста в случае с Серегой. Ну а тут, вы прикиньте, я согласился. Ну ты ведь тогда охуел, скажи. Он через полчаса мне позвонил сам и спросил, у тебя что, появились яйца, блядь, ну ты мужик. Так вот, они у меня большие, с самого начала, ёпта. Бестолковый ты колхозник. Странно, что ты раньше их не замечал, потому что 12 лет они болтаются у тебя под носом. Разъебал. Блядь, я сам от себя в ахуе. Ебать, я, конечно, конченый псих. Спасибо тебе, мой любимый Птаха. Всегда мне впорно, что гуф еще и батл МС. И у меня даже есть трек об этом, типа, я никогда не буду выступать на батлах. Но, судя по моему рэпу, я пиздобол где-то уровень 80-й. Я то дую, то не дую. То клянусь, что люблю одну, потом что люблю другую. Я сегодня с кем-то дружу, а завтра мы уже враги. Я то из центра ухожу, то мы втроем опять как мудаки. Да и вообще, ёпта, как так-то? Какой нахуй Птаха? Какой нахуй батл? Мне лет ты и так уже под сраку. Слышь, мудак, ты решил меня довести до инфаркта? Хотя проехали уже, ладно. Я сам на это согласился, и не вариант был включать заднюю. Тем более мы оба тут не за бесплатно. И даже тебе, идиоты, блядь, целый лям упал на лопату. Итак, вот Нуриев, вот Долматов. Не перебивай, блядь. Итак, вот Нуриев, вот Долматов. Между ними ресторатор. В чем подъеб, непонятно. Ты сейчас поднимешь про меня все хуевые факты года с 99-го, бля, ну и ебланты. Хотя знаешь что, давай заряжай пернатый. У меня репутация хуже некуда, я не пытаюсь казаться пиздатым. Ты можешь даже в свой ебаный альфа-айфон заглядывать. Смотри, не забудь всю хуйню, что за тебя написали там. А я всегда видел этот батл по-другому. Постояли с тобой, поржали, как старые добрые. Потом забрали у Сани свои 3 ляма, в Питере позависали и съебали домой на Сапсане. Но ты, как я вижу, настроен поскандалить. Ну и флаг тебе в руки, тупое ты мое создание. Расскажи им всем, что они обо мне не знают. Расскажи им тут, какой охуевший распиздяй в здании. Ты им расскажи о том, как я на тебя положил. Расскажи о том, что нету труб в твоей лжи. Расскажи, кто тут лузер, а кто уджи. Лучше расскажи, чем ты сейчас барыжишь. Ну чё, блядь, можешь начинать крыть меня хуями. Я потерплю за эту цифру 6 нулями. Но есть разница между твоим и моим хип-хопом. Я читаю в том... А ты читаешь в том! Фу, я на самом деле уже не могу смотреть это дерьмо у меня. Я думал, будет весело, а там какая-то хуйня, блядь. Говно, блядь. В общем, покупайте билеты на мои концерты. Одесса, Харьков, Киев. Тур по России будет, но попозже. Всем благ, своих там.
будьте молодцами, там, слушайтесь, слушайте родителей, там, не ругайтесь матом, там, вот, да. Не употребляйте наркотики. Давайте, чуваки.